Англичанин Пьер Паскаль готовится к прыжку с 73-го этажа одной из башен. Пьер прыгает с высоты 335 метров. Когда скорость доходит до 114 км в час, он раскрывает парашют. Но стропы запутываются, парашют раскрывается в другую сторону. Пьер раскручивает воздух и бросает стену здания на высоте 33-го этажа. Ему удается справиться с ситуацией. Он опускается на посадочную площадку. К нему бросается команда, в каком состоянии Пьер, пока что непонятно. После приземления его осматривают врачи чемпионата. Ко всеобщему удивлению, у Пьера, к счастью, лишь незначительные травмы. Но он понимает, что с него достаточно. И не отваживается повторить прыжок. Кроме того, он вообще решил закончить спортивную карьеру.